За 2014 год население области увеличилось на 20 тысяч человек, в том числе за счет естественного прироста на 8 тысяч. По сравнению с 2013 году, тогда у нас цифра составляла 7 тысяч человек. Численность населения области на 1 января 2015 года составляет 1 429 200 человек. Ожидаемая продолжительность жизни за год увеличилась до 70 лет 4 месяцев. То есть мы увеличили эту планку на 2 месяца за 1 год. Растет численность детского населения. Детские сады посещают более 98 тысяч дошкольников. С 2013 года полностью решен вопрос устройства в детские сады ребятишек с 3-летнего возраста. Решается задача полного обеспечения местами детей раннего дошкольного возраста. Очередность за 2014 год сократилась почти в 2 раза. Сегодня ждут очередей в детский сад около 700 детей в возрасте до 3 лет. В 2014 году открыли свои двери 3 новых детских сада в густонаселенных микрорайонах областного центра, третьем Заречном, Восточном 2, Тюменском 3. Кроме того, 620 мест создано в ходе капитальных ремонтов и на свободных площадях действующих образовательных организаций. Вопрос мест в детских садах успешно решается также с помощью механизма государственно-частного партнерства в рамках соглашения о сотрудничестве по развитию социальной инфраструктуры города Тюмени.